Йоу, всем привет, с вами канал Максимадзе, и давно мы не играли уже в GTA 3, да, столько времени прошло, блин, но сегодня мы продолжаем ее проходить, как же без нее-то. Да, кстати, вы просили меня поснимать GTA 5 обязательно, и говорю вам, GTA 5 обязательно будет. Какого фига мне одно сердечко упало? Так... Короче говоря, оказывается, в GTA 3 можно бегать вот так, нажимая на Shift. У меня до этого было управление немного настроено неправильно. В GTA во всех бег на Shift осуществляется, а здесь он что-то настроен был неправильно изначально. Не очень оптимально управление изначально было настроено, и я толком не знал, почему здесь нельзя бегать. Оказывается, бегать можно, надо управление только перенастроить. Короче, давайте-ка пройдем на следующую миссию, возьмем этот баргузин и поедем куда-нибудь. Поедем-ка мы, наверное, на буковку Т. Так, эти срачи продолжают стрелять. Прачечники не перестают стрелять. Кстати, машина нисколько не пострадала, на удивление. Собрание семьи Сальваторе. Доль Сарвате решил нас всех собрать. Нужно заехать к Джоуи и забрать лимузин и его самого. Затем отправишься в клуб Луиджи и заедешь потом за мной. После этого мы все поедем в Госу в особняк. Эти триадовцы должны знать свое место. Им нужна война, они получат ее. Короче, отправляйся. Наш персонаж Клод продолжает искать эту Каталин, свою бывшую девушку, чтобы ей отомстить за то подставление. Куда вы лезете-то, ублюдки ненормальные? Ух, нифига себе, как мы сейчас от ударов вернулись, а? Вот это жесть, блин. Так, едем, куда нам, куда показано на карте. Ой-ой, тихо, я сейчас не должен перевернуться. Есть, правда, вероятность, что я начну проходить GTA 5 только после 4 GTA. Но я это дело рассмотрю. Да, фары, конечно, тут квадратиками как-то. Не знаю. Садимся в лимузин, и ты, кто там, садись. Тоже. Лимузин. Вот лимузином сложно управлять. Потому что он очень длинный. Да и кроме того, он достаточно медленный. Да, ломается, конечно, все очень быстро. Однако поведение транспорта не меняется. Начиная с Вайс-Сити, уже если достали вы, уроды, постоянные унижения, мерзкие угрозы, блин. Начиная с Вайс-Сити, там уже повреждения транспорта начинают влиять на поведение машины.
А здесь еще пока нет. Да, Vice City, я думаю, мы тоже будем проходить. Так. Давай, иди быстрее, садись. Все, поехали. Там скорая, наверное, сзади где-то. Но полиции нет. На удивление. Так, колеса не повреждены нигде. Хотя тут они, наверное, не ломаются. Давай, жердяй, садись. Да здесь занято уже, иди в другое место. Так, эти уроды едут за нами, поэтому надо поторопиться. А и не одни, кстати, их тут много. Они еще, по-моему, из машины прям стреляют. Хотя... мы не можем, а они могут. Но это удивительно, это неправильно. Блин. Ай, они сейчас уничтожат лимузин, заразы. Надо их объехать, потому что тут они просто не дадут мне никак выбраться отсюда. Ну-ка сюда. Сюда. Как же вы меня достали? Кто вы там, я фиг его знает. Ну дайте мне наконец-то убраться от вас. Нет. Нельзя переворачиваться ни в коем случае. Давай заезжай в гараж быстрее. Почему обязательно на лимузине надо было сюда приезжать? Ты молодец, парень. Просто молодец. Пошли, познакомлю тебя с Доном. Эй, Луиджи! О, Сальваторе, мои девчонки по тебе уже соскучились. Так долго не было. Передай им, что как только мы закончим работу, это небольшое дельце, то отправимся в клуб и отпразднуем. Хорошо? Вот он, мой мальчик, пап. Как у тебя дела? Ты еще не нашел себе хорошую девушку? Эй, твоя мама, успокой, господь, душу. Перевернулась. Если бы не увидела твоей жены... Тони, как твоя машина? Знаешь, это чудесная женщина, сильная, умная. У нее все хорошо. Прекрасно. Слушайте, парни, проходите внутрь, а я пока поговорю с нашим новым другом, Клодом. Клодом. Я смотрю, ты для нас много сделал, парень. Все, поговорили, да? О, 15 тысяч баксов, это же так много. Круто, блин. Да, наш главный герой молчит все время. В игре он еще ни одного слова не сказал. В Vice City только главный герой начал говорить. А здесь, к сожалению, пока нет. Прогулка. Мне с приятелем нужно поговорить. Этим вечером тебе придется присмотреть за моей девчонкой. Эй, Мария, поднимай свою задницу. Эту глупую девку постоянно приходится звать. А вот она, единственная неповторимая королева красоты. Чем ты там занималась? Наверняка просаживала мои деньги. Ну чего ты хочешь, чтобы я крутилась, что ты мешала вашему разговору? Заткнись и иди в машину. Возьми мой лимузин, но верни его в целости и сохранности, понял? Смотри, чтобы она не влипла в историю. Да. Думаю, новый пес обо мне сможет позаботиться. Вон, какой он здоровый. Эй, Фидо, давай разживемся. Я думаю, на железнодорожной станции берега Чайна-тауна. Теперь Клод заведет с ней роман. Кстати, этот Клод вместе с Каталиной появится в GTA San Andreas еще. В качестве эпизодической роли Клод появится. А Каталина
ненадолго заведет роман с СиДжеем, ну, то есть с Карлом Джонсом. Так что вот так вот. А Клод появился ненадолго совсем, когда она к нему возвращалась. Это действие происходило за 9 лет до событий. GTA 3, GTA San Andreas в 1992 году проходило. Привет, Мария, прелесть моя. Хочешь поразвлечься? Ну, немного, а? Может, Спенка? Привет, Чико. Нет, я как обычно. Держи золото. Эй, может, ты заглянешь ко мне на вечеринку на складе? К востоку от пристани Энтлик. Спасибо, Чико. До скорого. Благодарствую. Наслаждайтесь. На какую-то вечеринку поедем, да. Так, эти уроды опять здесь. Мост Коллехен. Господи, куда я еду-то? Что-то я заблудился немного, ё-моё. Ой, блин, это же жесть. Как выехать-то отсюда? Я тут застрял, по-моему. Ну же, давай, выезжай отсюда. Всю машину сейчас испортим. Из-за моей тупизны небольшой. Транспорт что-то тут ломается сильно. Это не так, как GTA 5. GTA 5 они что-то слабо бьются совсем. Все, вот здесь. Присматривай за тачкой, жди меня. Я пока пойду подвигаю задницей своей. Сколько мне еще ждать, интересно? Рация 4-5-7 подразделения. Требуется помощь. Это облава. Давай, садись быстрее. Ой, нет, мне две звезды дали за то, что я подобрал якобы преступницу. По мнению многих людей, кстати, в GTA 3 копы самые безбашенные, самые опасные. Господи ты, боже мой, напугало меня на улице, там что-то грохнуло. Полицейские проехали, сразу грохот на улице, блин. Да, отстаньте вы от меня, блин. Скрыться от этих полицейских не так-то просто, зараза. Да что ж это такое?
О, все, звездочки снялись, как только мы сюда, блин, подъехали. Да, задница все равно из двери вылазила. Машины. Знаешь, я уже давно так не веселилась. Ты хорошо за мной обращался. С уважением и все такое. Лучше я пойду, надеюсь, увидимся позже. Только главный герой наш ничего не говорит. Ну давайте еще сюда сходим нахрен. Стрижка травы. Отвези, оставьте нас одних. Колумбийский картель проводит спэн где-то в городе. Но мы не знаем где, а вот они, похоже, знают о каждом нашем шаге. У нас завелась крыса. Еще один парень, кудрявый Боб. Он работает в баре у Луиджи. Он тратит больше бабок, чем зарабатывает. Дурью торгует. Домой обычно ездит на такси, выследи его. Если он есть та самая крыса, прикончи его. Да. Ладно, поехали. Господи, кричат. Тихо, давай. Поломали тачку уже. Здесь будем следить за ним, короче. Он на такси поедет. Блин, ну моя машина какая-то длинноватая. Ладно, пауза. Пробуем еще раз. Правда, эти синие чуваки мне перестреляли весь автомобиль. Слишком близко нельзя подъезжать. Остановился. Уровень испуга понижать надо, я думаю. Скорее туда, быстрее, пока я его не потерял. На радаре, потому что его нету. Чему-то. Вот это вот плохо, что его нет на радаре, потому что его очень легко потерять. Что-то он останавливается, мне кажется. А вот и наш дружок, мистер Болтун. За тобой следили. Лучше, чтобы никто не знал про наш маленький секрет. За мной нет хвоста. Дурь у тебя.
Вот мой спэнкнетик. Теперь выкладывай. Опять что-то грохочет. Они дерутся за сферой реальности ряды, пока из них сторон не успеют. Тем временем Джоули пустил немного крови Форелли. Каждый день они теряют людей, свое влияние в городе. Сальвер Тед становится опасным параноиком. Он все увидит. Такие людьми не о чем беспокоиться. Не успеваю читать, быстро все очень. Разделайся с этим дебилом. Сейчас я задавлю его. Вот так вот, собственно, получилось. У меня есть для тебя одно срочное дело. А что это такое? Уровень розыска, что ли, убирает? Наверное, похоже на то. Ладно, ребята. Я предлагаю на этом пока завершить серию. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас Лайкос и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока. Тут мне кто-то звонит уже.